это на базах в Шарыповском районе. Здесь нас ждет ночлег, ужин. Отдых и рыбалка на Шарыповских озерах – это лишь часть программы «Пробега сердца километры». Сотрудники канала «Енисей» отправились в командировку по маршруту ребят, удостовериться, что к приему гостей велоколонна. Все готово. Не теряют времени будущие марафонцы. С олимпийским рвением мальчишки осваивают снаряды. Еще зимой новички в спортзале бросались в глаза. Теперь задают темп даже постоянным посетителям. Без отдыха и поблажек наращивают мускулатуру. Показать всем, какие детские дома все спортивные, какие мы можем быть. Показать, что не только домашние могут быть спортивными и талантливыми. За прогрессом наблюдают инструкторы и воспитатели. Не узнают вчерашних мальчишек. Парни укрепляют тело, развивают силу воли и целеустремленность. Ребята молодцы. У них стремление очень хорошее к спорту. Прям очень хорошее. Они стараются. С каждой тренировкой они как бы для себя даже они постигают новое. Им интересно. То есть у них очень такой, как это сказать так, мне глаза горят. Если сначала я их от уроков открашивала, сейчас они уже вперед окрашиваются, готовятся, занимаются на велосипедах, которые им подарили по вечерам. Ни один из них еще не прогулял тренировку или не схалявил на ней. Многие ребята в дополнение к залу занимаются на улице, наматывают круги на велосипедах, устраивают пробежки. Понимают, нельзя давать слабину, ведь именно они первыми в крае окажутся веломарафонцами. До этих ребят дистанцию в 700 километров из любителей спорта пока еще никто не покорял. При поддержке компании «Красцветмет».